Ку-ку, Мономигос! Вакот наконец-то взял себя в руки, и мы продолжаем играть в Seven Days to Die. Кукузики, да? Что? Ну все, я сказал. Так, а теперь, думаю, опять-таки поставлю паузу сразу же, потому что бежать еще до фигища, я думаю, не будет очень... Опа, стопаньки, стопаньки, кони, не гоните коней, я кони, которые гнали, не убегайте. Нет, все, всем пока. Та-та-та! Хоть бы один патрон где-то нашел. Хотя бы для пистолета. У меня есть пистолет, у меня нет патронов. What the fuck? Что это? И, конечно, даже драться нечего. Что за? Что за? Что это только что было? Я не знаю. Что это такое? Так. Демоническая штукенция, короче. О боже. Это палатка, походу. В машине может быть что-то полезное. До машины попробуй еще добраться. Хотя у меня есть одна идейка. Ха! 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 Сука. Вот тебе и ха. А, блин, одна не ушла. Да уйди уже оттуда, потом вернешься. Это дело чести. Своя машина здесь могут? Да. Там могут. Черт возьми! Мне нужно их отвезти от машины. Да может быть чуть-чуть полезно что-то. Ладно, черт с ним. Черт с вами и рады. Ну что ж, Мономигос, я все-таки нашел у себя топор дома, взял все возможные трубы и полностью починил долбанный топор. Сейчас я буду просто мстить жестко, пока последний раз. Ты прикалываешься надо мной? Что ты хочешь? Ему не нравится, что он пишет? Нифига непонятно. Ну ладно. Наживное, скажем так. От слова ножи. Туда иду. Ты задолбал меня так быстро вставать. Опа, 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 ёпта, ёпта. Кровотечение. Блин, а мне нечем закрыть кровотечение. Да идите вы все в жопу, сволочи. А ты не успеешь добежать до рюкзака? Куда я успею добежать? У меня в рюкзаке тоже ничего нет. Все, я зумер. Да пошли вы все в жопу, сволочи. Так, я сейчас буду жестко читерить, если вы не оставите в покое. И просрал самый лучший топор. Ну что за черт возьми? Мне нужно восстановить этот wellness, потому что этот сраный wellness мне, блин, до могилы доведет. Надо брать аптечку, долбаную опять аптечку. Это моя аптечка. Мне нужна аптечка. Ну, долбаную аптечку. Ложу, у меня есть аптечка. Все, у меня есть аптечка. Беру вот эту биту, говнобиту. Ну блин. Есть какие-то идеи, как можно с этим справиться?
Уже 19:13, это мы же хотели сегодня когда пойти. Тупо просрали день, понимаешь? По-тупому просрали день. Может посмотреть, восстановить немножко wellness. Ну-ка паузу. Так, ну я узнал кое-что. Немножко зачистил тут все. Возможно, немножко читерил. Но меня просто бомбит не по-детски. Просто не по-детски. Теперь я знаю, что... По крайней мере... Для того, чтобы быстро бегать, нужно много пить. А чтобы иметь много жизни, нужно жрать. Но не такое. Все лучше не жрать. Ой, зачем мне... Ой, я не понял. Какая красотка. Видите, на... нет. Как я выжил? Честно, не знаю, как я выжил. Пистолет там, пистолет там. 9-миллиметровая, 10 патронов для пистолета у меня есть. Пинки. О боже, нет, 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 нет. Они стали быстрыми? Я не знаю, чем они стали, но они явно меня хотят убить. Блин, сейчас станут быстрыми, черт возьми, 20. И что мне теперь делать? И что мне теперь, блин, делать? Ладно. Мы расстанемся на мочалку здесь. У нас другого выхода нету. Так, хорошо. Ой, да. Бандана. Хоть какая-то штука. Уже лучше, чем ничего. Давай выбросим. Так, еда. Мясо. О, да. Отлично, есть мясо. Можем пробить дерево. Так, уже хорошо, но темно, как в жопе у него. Интересно, свет отталкивает зомби или наоборот притягивает? Как думаешь? Ну, как притягивает. Ну, вот я тоже так думаю, но у нас другого выбора, по сути, нет. Так. Надо пожрать. Чтобы пожрать, нужно сначала что-то приготовить. Чтобы приготовить, нужно скрафтить палочки. Ну, сейчас я костер использую скорее как этот. Как вы можете видеть, как освещение. Давайте поставим палочки. Готовим. Ой, я случайно. Я думаю, на стуле можно сидеть. Зачем на стуле? Твою мать! Даже его не вижу нормально. Она из леса прилетала замерзшего. Боже мой, какая она. Эта игра явно для меня. Не могу я, не могу, не могу. Меня просто жестко бомбит. Просто как бомбит, так бомбит. И чтобы вы только знали.
Ладно, я думаю, на этом наша горе-серия закончится. Я, наверное, так и назвал горе-серия. Потом вот потихоньку роем подвальчик на лопату. Отвлекусь немножечко, порою подвал. Хоть немножко успокоения. А на этом, наверное, все. Удачи, друзья. Да, удачи. Хоть кому-то, может, пойдет больше, чем мне сейчас. Но пока, удачи и adios.